с хорошими правилами. Бейте трэш, я удивляюсь, почему. Почему трэш, а? Ждете кого-то, чтобы вас попросили бить трэш. Хуярьте трэш. Раздайте кто-то каски на трэш. Надо решить, кто раздает каски, кулаки, кресты. Как это сделать? Ладно, вы пока решайте, я чай налью. Смотри, один уже написал, что он кулак. Я кресты уже пробафал. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Кресты пробафала. Да, вроде кресты. Бесят. Правильно. Иду 3 минуты. Трися, отошел 3 минуты. Каски нету. Пойдем по длинному пути. Если герцогиня раздавал кулак, так огурчик раздавал крест, щит раздавал протопал, у нас остается счастливый. Ты здесь счастливый? Я разбавил каски. На кресте не вижу каски. На отрывах нет. Ты мне тем раздал каски, наверное. Здесь там кто свободно, чтобы командира дернуть. Попробую. Анбал по всем часам будет завтра. Вот дайте мобов, пожалуйста. Если Олег поставит фрил, то можно не лутать. Подхил тут танков. Че это? Ну, здесь второго трэша. Где дурачок, я не считаю. Дайте рост. Не тратьте по трэшу, там общему. Понятно. Ну, я прочитал, 18+. А это непонятно все-таки. 19. Там, наверное, имеется в виду плюс и ВКДБ. А, наш герой дурачок. Давай уберем плюс. Вдруг кто-то подумает, что 19 на 0 плюс это 21 на 0. Так понятно стало. Жалко. Весь трэш был, да? Вроде еще одна точка.
начали бить дракона. Каску по друидам хотя бы. Йети как хант, могу сказать, что это не все драконы. Ваня начал. Дайте каску, пожалуйста. Больше дамажить будем. Сливай. Ты же говорил, что раздал всем каски. Ну или просто раздал. Сейчас что-то поддон багнулся, перейдем сейчас. Кто каски бафает? Я сейчас не участвую, правда, но в этой аддон бафает. Не играй с аддоном, он не будет багаться. Нету аддонов, нету багов аддонов. Раздавай вручную по фреймам. 10 раз тыкнет по классам и все. Ваня, босса танчишь, если есть первую копию, вэй, вторую, на второй копии даешь сакру. Кстати, с тобой. Первую кто копию забирает? Не ты. Вай плохо слышит, наверное. Ну, сейчас слышу тебя. Слышишь, да? Спасибо. Это без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Просто по шаманам. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера,
огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Тактики. Длинноухий Саншу Чендлер во тьме. Лежит под дека кагучек свет. Пол-литра танчик свет. Сферис тьму. Трэш мелкий на пуле на вей протопал. Первую фазу хилы диспелят. Во тьме диспелят Саншу. В четвертой пати остается добивать голема, кроме демона. Демон Эшли. В третьей фазе кинешь СС на какогурчики. Миннеры по команде. Пишем еще раз рыбу. Пишем в аркана, какой спикрулин. Я тоже могу остаться подобивать. Оставаться? Из второй группы маг. Как хочешь. Можешь оставаться, можешь не оставаться. Чек. Скажешь нам, когда будешь пулить. Сейчас. Так, подожди. Айс Фриз отошел. Лапу дайте. Слишком. Левноухий, счастливый. Тыся, бафни лапу. Ваня, подходи, все за линию, с фриз начинай. Есть? Да. Прямо как на заказ. Эластер, метка, милики в квадрат встали. И в чем квадрат? Будет ГП, если не будешь в квадрате стоять. Так, мы уже смотрим, уже в рейд бежали. Бары стакаем раскол. Перед заходом во тьму кричим на ХП полника. Счастливый, выноси метку. Счастливый, выноси метку. Смотри внимательно, что твой персонаж говорит, если уже в дебафы не можешь смотреть. Потом будет ГП, если будут много стаков на тебе. Эшли, выноси метку. Счастливо, что ты там делаешь? Все видят, что он сделал? Он не бил босса, перебежал на ту сторону. Давайте, отбежали. Босса играем. Чендлер, поднимай Элвина.
Заходи сразу в БДК, дайте бафы к повару, крикните на ХП. Играем четвертой пати в этих големов. Брилляться, заходи, Дашки. Я зашел, сорян. Герцогиня метка. Катя, как разойти? Все. Так, давайте Energy Res ПД. Стали в квадратик, сейчас будет метка с лезвиями. Дашкин метка, смотри внимательно лезвие. I can fly. Так, скоро третья фаза. Три. После лезвия будет еще одна метка. Ждем метку, после нее выходим. Не надо. Не надо, вы? Не-не, я скажу когда. Вот, смотрим метку. Ничего, мы носим метку. Остальные рейд выходим в свет. Даем квадратик. Брилляться, давай рост. Побежали метеоров. Во тьме дали рост. А тогда играем большого голема. Сейчас мелкий трэш. Лужа в рейд. Что-то убежали. Нашкин метка. Светуха Леона не бить. Алиса Ласи, поднимай бомбочку. С РД сыграли в трэш. Да, не МК обнови, пожалуйста. Диспель сам себя. Так, по Джерину лапу, кулак протопал по Джерю. Блин, я не могу вообще. Побежали метеорит. Лужа течет в рейд, Джерин, стопани пока, с трэшем не бей. Тебя диспелли? Добивайте голема, 500к еще. Могу трэш побить еще. Крауд метка. Ничего, метка. Стали квадратик, сейчас будет метеор. Наташка только на перебежке. Метеор побежали. Кидай там капли по команде. Лужи текут в рейд. Релиз под метка, один холипал хилит. Поржал бабл. Играйте в большого голема все. СС на холипале есть? Да. Ваня, варенька, варенька. Заливаем, откатили синеры. Как всегда метка. Встали в квадратик. Мне послышал, за меня там ВДК МК просит. Ну, Кейн есть, просит. Побежали, Натан, за Натурф уберет, встали. Мигайте вправо. Лужа в рейде, бежали. Вот. Играйте все в трэш. РДД в трэш играем. Прожми срезку, хильте танка. Прожал, нихуя. Чё Джерри она убила? Кажется, или хилы хуже меня хилят? Нет.
Когда я хилил, по-моему, даже ревностно не прокал. Показываем смерть по танку. По протопалу. Наверное, его не хилили 5 секунд. Ну, Анжей просто... Было бы нас три роги таких, как я. Мне кажется, с тебя бы... Ну, ты бы не умирал. Ну, я не буду им просто истерию кидать, он будет не умирать. 5 рог надо просто. Кидай мне истерию, я его хоть передамажу. Давай. Ну, за робота нереально, конечно. Чё там по отхилу святой? У кого-то есть детали? Как, почему протопал падает? Просто не хилят его. Так, живой. Там 2,5 секунды. Сейчас скажу. Кто протопал? Никакой. А чё с нашёлом за дела? Два роги, один хант. Я умираю от двоих размаха, 19 кдпс. Вообще не дамаж. Два размаха дал, сдох. Где на пол? Ты видел, нет, когда ты сдох? Еще трэш даже не пришел, ты уже сдох. Да его пробило очень сильно, просто поэтому и сдох. Тут за 2 секунды столько, наверное, 1200 дамаги. Ну, не 200, наверное, 1100 влетело точно. Смотрим, 2 секунды 25. Сумеречное обновление чешки же СПД. Кругурчик свет небес 16,5. Через СПД чешка. Дополнительное цепное исцеление, это которое от прока. Или что это такое? Я забыл уже. Нет, дополнительное цепное, это хил 4-10. Понятно. Ладно, 16к на хилу. Чек на баф. Симона. Счастливый ТВРК. Yeah. Зачем ты перебежал на другую сторону до метеорита, до метеорита еще? Ты растерялся? Да, не растерялся, я метку вынес, на автомате побежал дальше. Бывает. От огня поставьте ауру. От огня поставь. Еще. Подождите. Эти кральки ГБП не хилит кота. Значит, ты не хилишь кота, за хилу по коту вообще нет. Ну я протопал и тебя, но у вас, короче, ну у меня, короче, отстает ХП почему-то. Я еще тебя хилю, а ты уже сдох. И каст из-за этого прерывается еще. Согласен, самое бесит, когда ты начинаешь человека хилить, а он на этой половине задыхает. Так, я вроде готова. Вроде готова, да. Ну, айсфриз вроде как пуляй. Попробуем вроде как убить сейчас босса. Погнали. Не рвайтесь с пула, трэш у нас, видите, всего-навсего две роги и один хант. Мало на пуга. Это просто один джейл. Там Вар умирал на первой фазе от этого прикола. Клива. Может, что-то в рейд. Есть Себастья. Честно, сейчас будет, когда будет умирать. Вы всегда старайтесь за танком прятаться. Раут. Бежали метеор. Вот там лужу. Рейд течет. Видите, квадрат не умер. Линухи ты не станешь, да? Чендер метка. Чендер, а сколько у тебя БР? Сколько минут? 13 секунд. Ждешь, поднимаешь. Жди, не заходи, подожди. Я зашел. Заходите, рейд, заходите.
Жрис ПД, заходи. Саншу, заходи. Дорнер, там Дим надхил, давай. Вставай, длинноухий. Чендлер, заходи, длинноухий, заходи. Прохильте длинноухого, прохиль длинноухого. Все. Элвин, вынеси метку. Пинер, длинноухому. И каску, лапу, крестобав, дайте там. Скажите, когда зайдете. Заходите. Да. Тотем на ману поставил. Дориан, ну давай гим на ману тогда. Когда пару секунд. Почти. С избрил. Хилсы. Ну там лезвие не забежал, его пульсация задела наш 59%. Как везет. Все инер длинноухо мы заливаем. Два. Зря ты тотем сразу поставил длинноухи. Мелый наноси метку, рейд уходим в свет. Стальник, квадрат. Симуляция, рост. Ничего, метка. Крауд метка. Бежали метеор, длинноухи давай рост во тьме. РД играем большого голема, смотрим как развивается лужи, потом начинаем бить трэш. Здесь стрельми. Ну давай диспель сам себя. Вроде. Вы, ты что? Блять, отводи, мобов. Они 7 стаков, 8 стаков. I can fly, метка. Алиси, Ласи, есть БР? Да. Подымай. Кого? Ну, уже никого, побежали. Ну, это ГП, коту, фибрилляция, метка, играйте большого голема. Иди сейчас подымай, Трисия, бомбочку с той стороны, бросай все и подымай. Да я его еще тогда мог поднять. Мы если его играйте в большого голема. Дайте баф по бомбочке, играйте мелкий трэшер, ДД. Как всегда, метка. А, еще ни тюра не было. Побежали. Дай каплю на политику. Смотрим лужи. Лужа в рейде. Бежали. Джерин, нажми сейчас escape, подожди. Где большого голема? Мне просто согрелся тот большой голем, его не рытал интерес. Бью трэш у меня под 25 тысяч дамаги. Это 18 тысяч дамаги. Голема, холёный сету пока не бить. I can fly, метка. Да, вот. Молодец, конечно. Сделал кружок такой. Побежали метеор. Смотрим лужи, как разливается. Физифилакс метка. Лужа в рейд. Звони в рейд. Бомбочка метка. Диспелить тебя. Эти бомбочки. То больше урон пока не получает. Играйте большого голема. Холёна. Работайте просто маги. Трэш теперь. Помоги трэш убить. Встали в квадратик. Мафли, каскол прыжи. Кто-то прыжал. Пробежали метеор. Знаешь ли, демон, прожимай раскол, либо не бей босса. Играй сейчас большого голема, лужи отбежали.
Видите, как квадрат отбегает. Дорнер метка. Все большого голема сыграли. Трэш дальше отводи. Угу. 35% БДК. Физифилакс, метка. Нинеры по жриз ПД. Жриз ПД, давай гимноману. Ой, здесь этот тотем, пою гимноману. Помогите трэш убить РТД. Бежать на танке, мельчур, смещайтесь. Поворачиваем. Сейчас будет дыхание. И... вас. Певчий умер. Я не разглянул в рейд босса. Хотя бы не скажешь, что я рак конченый. Давай резай меня теперь. Он развернул босса в рейд, это был рассекающий удар. Поднимай меня. Сразу разролим вещи. Нормальный ДПС жрет почти с тобой наравне. Ну, я орелил. Когда я не орелил, у меня 18 было. Ты колбы бы лучше одевал под этот траш, а не в свале бегал. Что пойду на ИП? Ну, колбу... пофиг, что ты там теряешь в РПБ, ты бы колбу одевал, там больше дамаги бы было. Только 2000 без ОПП. Она что, в каждого голема дает урон? Да, 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 типа она типа перепутает, ты бьешь плеера, она пробкает, ты бьешь плеера. Нельзя первому левелу участвовать в рейде, даже пати принимать, понимаешь? Я понял. Так не должно работать, но оно... Я за 10% еще принимал, если никому не надо. Так, подожди. Кого ты одеваешь, какого приста? По идее мне не надо, если никто не хочет, я заберу. Ты Лифина одеваешь? По идее, да. То есть ты ролишь, писываешь.